Так, отнять завод, это надо будет всех убить и вот эту книжку забрать. Пробуем. Пока никого. Можно на второй этаж кого-нибудь отправить. Парочку. Два на два. Два наверх, два внизу. Заберем. Даже не заметил. Ну, бывает. Бывает, чё. А, но они пока не подозревают, они думают, ну, ходят тут, руками машут. Пускай ходят. Поэтому меня угрозы не чувствуют. А зря. Забыл использовать. Молнии. У нас стул перелетел. Перепрыгнул стул. Жаль, его в окно нельзя выбрасывать. Было прикольно, так ударил. Он сюда бы вывалился. Так, дай мне вариацию. Не улетает. Как сотрудник. До него не добежать. Броня один. Это у нас зубалом, да, у него броня была. Интересно, она разрасходовалась и все. Так, у него, кстати, 28 энергии, ему бы отдохнуть надо бы. Надо бы ему бы отдохнуть бы. Как бы. Так, остались двое, они наверху. Наверху один. Пойдем искать второго. Так, он, по-моему, пусто. Так вот, на эту гражданский. А может и не гражданский. Так вот, сотрудника нашли. Это справится. Так, единственное, нам надо. А, ну это мы уже забрали вещи. Бухгалтерскую книгу мы забрали. Его схватить, чтобы он не ходил.
опов не вызвали, так что мы спокойно убегаем. Shake a leg. Так, ну и по идее мы там сейчас обоснуемся. Ну, здесь наша штаб-квартира должна быть. Разблокированный люгер. Разблокировано дробовик обрез. А что-нибудь на замену дубинки разблокируй. Дробовик. Не совсем замена дубинки. О, нет, больше ничего не дали. Так, дубинка Люгер. Немецкий полуавтоматический пистолет калибра 9x19 мм. Параметры он здоровья 1.3, выносливость 3.15, критический урон. Бонус плюс 2, объем магазина 3, оптимальная дистанция 2.4. Нет. Так, вот здесь хорошо, кстати, вот. Одноствольный дробовик обрез 12.76. Урон здоровья 4.7, он может сразу убить вообще. Урон выносливости 20.30. Одного выстрела можно сразу убрать чувака. Критический бонус, объем магазина, дистанция 2.4. Так, а это дробовик послабее. Урон здоровья больше, становится 4.9. Здесь 4.7, здесь 4.9. А выносливости 8.20. Крит бонус 3, объем магазина 2, оптимальная дистанция 2.4. Одноствольный дробовик обрез, а это одноствольный дробовик, тот же самый 12.76. Где они должны были быть похожи. Так, здесь ничего не появилось. Броня. Броня сейчас проверим. Осталось ли у тех броня. Так, надо сюда отправлять кого-то. В идеале все-таки найти этих потерявшихся. Может, со временем они вернутся. Так, промышленный район дает доступ к более смертоносным видам оружия на черном рынке. Ладно, так, портной нам дает улучшенной броне. Пойдем отнимем. А пока белый можно отнять. Так, зуболому нельзя, надо ему отдохнуть. Совсем мало. ПП-шки. 28. Так, завербовать новых нам не дают. Наверное. Да. Все старые. Либо придется... Ну, также я не очень хочу через тюрьму все это действовать, потому что придется их сажать, деньги все в минус идут. Не очень хорошо. Либо, в принципе... Это я тоже не хочу. Не нужно нам. И вчетвером справимся. Так, разбойное нападение. План составлен. Тут можно этих не брать с собой. И этого не брать. Одним проходить самое то. Так, плюс 400 за секунду. Так, а смысл мне вообще деньги набирать? Надо что-нибудь отнимать.
Найти покупателя готово. Сделано покупателя найдено. Так, сообщение Элли. Губернатор хочет с нами встретиться и заключить мирное соглашение. Он готов прибыть в нашу штаб-квартиру в то время, которое мы выберем. Которое выберем мы. Его стоит выслушать. Обосноваться. Дай приходит. Найти покупателей. Так, полицейский налет. А, блин. Надо очищаться. Коп собирается на грани заведения, полицейский налет. Уводите оттуда всех людей бегом. А, это штаб-квартиру. Получается то, что было в сообщении, и в итоге полицейский налет. Ясно.